Видели с мужем объявление «Заберите или помрет». Увидели с мужем на Авито объявление «Заберите или помрет». Стало жалко рыжего малыша. На тот момент у нас уже была рыжая кошка, но мы все равно его взяли, подумали, что подрастет, и мы его пристроим. Малыш еще толком не умел ходить и самостоятельно кушать. Мы его из бутылочки кормили. Первые 3 дня кошка на него рычала и шипела. Было страшно их одних оставлять дома. Но через 3 дня она проявила к нему интерес и стала для него как мама. Тут мы решили оставить его себе, чтобы кошке не было скучно. Да и мы к нему очень привыкли. Через неделю научился самостоятельно ходить в туалет и кушать. Сейчас ему 7 месяцев, красивый и очень ласковый. Только вот у него привычка сосать наши пальцы осталась. Приходит среди ночи на кровать и сквозь сон ищет пальцы. С кошкой очень дружит. Наша рыжая солнечная радость. Знакомьтесь, Ева и Феликс. Помогайте животным, которые остались в трудной ситуации. Ведь, может, вы для них последняя надежда. Кроме вас им помочь, возможно, и некому. Спасибо вам за еще одну спасенную жизнь.